Whoa, 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 whoа! Ах, наконец-то тишина. Теперь я могу спокойно насладиться просмотром своего любимого сериала на Кинопоиск HD. Что за сериал? Помните, некоторое время назад я говорил вам о том, что меня пригласили поучаствовать в озвучке сериала. И вот, наконец, я могу вам показать результат. Эксклюзивный сериал «Битые пиксели», который вы уже можете посмотреть на Кинопоиск HD. И совсем скоро выходит второй сезон. Это очень забавная история о четверке друзей-геймеров, увлеченно играющих в онлайн-игру Kingdom Scrolls. Очень злободневная тема о том, как плотно игры входят в нашу повседневную жизнь. Ради прохождения нового уровня и выполнения задачи наши герои готовы на все. Сбежать со свидания, разругаться с родителями, а выходные провести за косплеем событий финального уровня игры. И вот одного из этих друзей озвучиваю я. Ей! Вот, послушайте, как получилось. Помоги мне, Джонни! Я не могу больше играть в эту игру, мне это надоело. Ладно, я угораю, это не так звучит. Звучит гораздо приятнее. Помимо меня, в сериале вы также услышите голоса Стаса Давыдова, орка-подкастера и Ксюши Зануды. Я впервые участвую в озвучке сериала, поэтому очень хочу, чтобы вы оценили и поддержали мой труд. Вы уже сейчас можете посмотреть сериал «Битые пиксели» по подписке Яндекс+. Преимущество этой подписки в том, что она не только позволяет вам смотреть тысячи фильмов и сериалов, но и слушать любимую музыку в Яндекс.Музыке. И более того, получать скидки и кэшбэк в других сервисах Яндекса, например, Яндекс.Го. Более того, по моему промокоду... Ой, простите, привычка озвучивать сериалы. Более того, по моему промокоду вы получите не только подписку плюс, но еще и плюс мульти на 45 дней бесплатно, в котором можно добавить до 3 дополнительных пользователей. Так что сейчас самое время перейти по моей ссылке в описании и получить подписку плюс мульти на 45 дней бесплатно по моему промокоду Юджин. А теперь тишина. Мы вместе начинаем смотреть сериал «Битые пиксели» с моей озвучкой. Да сколько можно? Опять? Простите, ребят, но мне очень нужно отойти. Посмотрите сериал без меня пока, окей? И потом расскажете, как вам. Так, ученые. Я вообще-то думал, что в прошлый раз мы пришли с вами к соглашению, что я вас не убиваю до конца, а вы перестаете шуметь. Ему пофигу на меня. Ты слышишь меня? Дым мне в лицо пустил. Все. Все. Все, я сказал, все. В этот раз я не проиграю. Давай, давай, есть, убил. Не даем себя увидеть полицейским. Ну что, попиться? А, дебилы, я прямо за машиной стоял. Эй, не смей звонить. Вот эта операция сейчас была. Жаль, я пройду прямо вот сходу. Это ж последняя миссия. И мне не хотелось оставлять ее... недоделанной, понимаете? Скорее всего, это, возможно, последний выпуск по Party Hard. Мы столько лет играли в эту игру. Мне нравится, что у нас такой дурацкий канал, что мы можем... годами играть в игру одну и ту же. Сам врезался, и даже я ничего не делал. 2 удара нужно ножом, чтобы убить чувака. Я про чувака, который в бронежилете. И всего лишь 1 удар, чтобы убить медика. Надо, чтобы ученый сразу зашел. Зайди сюда, ученый. Нет, стоп. Чело ты. О, коктейль Молотова. Офигенно, стой! Так. Да сволочи, почему так плохо все работает? Не смей звонить. Почему они так все быстро бегают, в отличие от меня? Побежал, ябеда. Ябеда, корябеда. Так, подозрительное взрывное устройство. Стоп! Прячемся. Нас здесь нет. Нас здесь нет. И полицейских здесь тоже нет. А, чувак вышел. Какой он быстрый, блин. Как много медиков, однако. Стоп, полиция. Ой, чуть не сбили меня. Я прячусь. Они тут же возвращаются. Оп. Я возвращаюсь всегда. Смотрите. Сюрприз из-за машины. Позвонили полицейским. Сейчас не приедут, я должен спрятаться за коробки. За коробки. Хорошо, они сейчас исследуют тело. Положили его в мешок и свалили. Белиссимо. Стоп, это наш друг. Это наш друг. Killing spree, killing spree. Все, идеально. Выпивка, ключ-карта. Она нам уже больше не нужна. Но вот выпивка нам обязательно нужна. Как же действовать с этими ребятами? Стоп, сейчас отойдет. Это мой шанс. Ой, как неосторожно получилось. А ты что, сидит? Какой-то вор как будто бы спит. Убить ворюгу, воровать это плохо. Все, мы проникли. Очень удачная катка, чертовски удачная катка сейчас. Я думаю, нам нужно действовать по-тихому. Убил, поднял, спрятал. Все, ничего не было, ничего не происходило. Убил, поднял, спрятал.
Мы в главном тусовочном здании. Приступаем к подбиранию бумбокса. Надо расположить его здесь. Сейчас Евгений устроит, походу все умрут прям сразу. Подохни. Ой, как здорово, полицейские идут. Скорее, в сортир, прячемся, прячемся. Меня точно не видят. Не увидят, по-любому. Они уже уехали. Ну-ка, смешать реагенты. Давай, ребята, умрут прямо сейчас, смотрите, умирают. Ох, сейчас умрут. Нет, не уходи, ну. Почему только один? Мало. Полиция идет. Более того, я сейчас наберусь смелости и еще вот такую фигню замучу. И вот такую. Все, полиция уехала или как? Уехала. Я вот боюсь подходить к этому бумбоксу. По-моему, он что-то замыкает. Окей, я подобрал. Безопасно. Бросаем. Включаем. Оу. Кажется, все плохо. Так, ладно, давайте. Есть. Все. Смерть, 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 смерть. Я убил 40 из 57. Нам осталось еще троих менеджеров убрать. О, блин, народу набежало-то сколько. Да, кое-кому теперь точно конец. Что за монстр? Ну что, попиться? Походу, полицейским платят в этой игре за то, что они приходят и говорят эти фразы пафосные. Домой он придет такой, жена. Я пришел на задание и сказал, ну что за монстр? И что же было дальше, бедненький мой? А потом я сказал попиться, и мы пошли. Все. Убийство. Отходим. Главное, чтобы не меня заложили. Здравствуйте, я просто фасую коробки. Фасую коробки просто и все. Не смей звонить. Ох, целая куча охранников пришла. Давайте сходим в другое место. Вот тут уборщица стоит, работает. Протирает асфальт. Это, кстати, хороший... хорошая подсказка. Чуваки спят. Значит, можно кинуть что-то электрическое в уборщицу, пока она стоит в луже. Ой, скорее, 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 скорее. Он вызвал полицию. Это плохо. Очень плохо, чертовски плохо. Уходим. Не иди сюда! Все, они валят домой. Прекрасно. Кстати, там какая-то коробочка есть в комнате. Что это? Таблетки. Не знаю, что мы можем с ними сделать. О, смотрите, ученый стоит на дороге. Курит. Больше не будешь курить. Осталось два менеджера. Так, быстрей, скорей. Есть, всех менеджеров убрал. Теперь что? Вот мы опять добрались до этой стадии. И я не понимаю, что я должен делать. Типа я встаю. Как завершить? Я не знаю. Нам показывают взрывчатки. Что нам нужно с ними сделать? Взрывчатка. Может быть, детонирующим устройством. Есть вероятность, что нам нужно детонирующим устройством зарядить эти взрывчатки. Вот самая безопасная взрывчатка на данный момент. Вот что я должен сделать с этим? Нет, прицелиться и бросить подозрительное устройство. Есть, готов. Я не понимаю, зачем я бросил его? Что толку? Просто в итоге я потерял это взрывное устройство. И я не знаю больше, что делать теперь. Давай, срочно заказ. Опа, выдаю на складе. Да, ха-ха-ха. Три чувака, моя добыча. Давайте возьмем бумбокс. О нет, еще один охранник идет. Уходим. Сейчас он шухернется, да, он вызвал. Мне осталось убить 4 человека. Что мне-то делать? Открыть дверь. Зачем? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нет! О, мне не нравится это. Канистра. Ага. Так, срочно уходим отсюда. Уходим вот сюда. Нельзя, чтобы они меня видели, они меня заподозрят сразу. Все. Кажется, проблема миновала. Полицейские уехали, да. Ух, еще вот 4 человека, это же мой шанс. Это же мой шанс, инстинкт включаем. Убиваем. О, нет. Все. О, нет. Есть возможность уйти. Где, блин, моя сила, выносливость? Вперед. Вперед. Нет. Не здесь выход. Где выход? О, боже мой, боже мой, боже мой. Там охранник стоит. Сейчас меня увидит, да? Не увидел. Вот он выход. Вот он выход. Да-д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 а. А, я смог. Я даже испытание прошел. Выполнил скрытное комбо. Пофиг на резервуары. Все. Я смог. А, да, отлично. Кажется, это вот такой вот короткий выпуск получился. С первого раза ми... Оп. Это босс! Боже мой! Это босс!
Нифига себе! Интересно. Иди-ка сюда. Почему? Почему он не убивает его током? Давай, давай. Ему насрать. Че за фигня? Такого я точно не ожидал. Жирный Тони. И он сам лично передает привет. Вот настолько я крутой маньяк. В спину ему кольнул. Оп, он взорвался аж. Скорей. Не дать себя убить. Воу! Убить телохранителя бригадира. А, погоди, это только телохранитель. Нам еще и бригадир предстоит. Не знал, что в этой игре есть боссы. Пинать. Сколько еще? А, вон у него хп есть. Боже мой, мне нужно быстрее двигаться. Ну-ка. Давай. Раз, два, три. Воу. Главное, чтобы на пути все эти бочки не стояли. А то я взорвусь нафиг. Сюда. Сейчас опять сделать это. Сейчас опять. Осталось немножко. Давай, пыряй. Пырнуть. Ой, молодец. Он применяет суператаку. Это наш шанс его ударить еще пару раз. Не увлекайся, Евгений. Ладно, у него получается сейчас тупо одна атака. Он устал делать что-то еще. Ну, потому что возраст уже такой, понимаете? Учиться новым навыкам уже нет сил, нет желания, нету той прежней энергии. И я убил тебя. Что, мешок с дерьмом получил? Ты говно собачье, молодец я. Все, выходим отсюда. Уу! Ух, победа за победой, представляете? А, и заставка. Я не знаю, мы же не смотрели ни одной заставки с вами. Окей, и я не буду смотреть. У нас был свой сюжет. Моя цель была лишь добиться немножечко тишины, чтобы соседи перестали громить, шуметь. Сверху... О, нет! Нет! Мы продолжаем играть? Я ищу ее, где она? Что? Я что-то не понимаю, кто все эти люди? Мертвые, что ли, просто? Не звони, вот все. Оп. Стой, черт, не успел убить этого чувака. Будет забавно. Сейчас попробуем, сразу не будем проходить, а чисто до первого проигрыша, потому что мы левел прошли, убили босса, ко мне идут полицейские. И меня захватили. А я думал, это конец игры. А это не конец. И это лишь значит, что шум не прекратится. Что ж, тогда у меня много работы. И на этом мы с вами закончим играть в Party Hard. Это, кажется, не последний выпуск, и скоро, возможно, у нас выйдет еще один. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте тысячи миллиардов лайков. Или иначе, я приду за вами. О, я приду за вами. С ножом. Или с чем-нибудь пострашнее. А что может быть страшнее ножа? Кулак. В одном месте. В общем, друзья, большущее всем спасибо, что вы здесь со мной. Люблю вас, обожаю, целую, обнимаю. И с вами был тот самый, прям вот самый-самый настоящий и подлинный я, Юджин. И всем даю по традиции мощную петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!